Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Уважаемые друзья, обращаюсь сегодня к вам, ко всем гражданам нашей страны, к людям разных поколений, возраста и национальности, к народу нашей великой Родины, ко всем, кого объединяет большая историческая Россия, к солдатам и офицерам, добровольцам, которые сейчас сражаются на передовой, находятся на боевом посту. Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. Верю в вашу поддержку. Бывали и в других землях, товарищи. Но таких, как в русской земле, таких не было, товарищи. Так любить, как русская душа, любить не то чтобы умом, а всем, чем дал Бог, что не есть тебе, так любить никто не может. Знаю, подло завелось теперь на нашей земле. Думаю только, что при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их. Перенимают черт знает какие басурманские обычаи. Внушаются языком своим. Свой со своим не хочет разговаривать. Свой продает своего, как продают бездушную тварь на торговом рынке. И милость чужого короля дороже для них всякого братства. Но и у последнего подлюки, каков он ни есть, и у того, братцы, есть крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь. И ударится он горемычный о полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть они знают все, что такое в русской земле товарищество. Копылов Сергей Александрович, участник боевых действий с первых дней спецоперации на Украине, первым встретил наших октябрьцев на земле Донбасса и стал их наставником в трудной боевой жизни. Указом президента Российской Федерации от 11 августа 2022 года Темирев Михаил Игоревич за выполнение воинского долга по защите Донбасса
награжден знаком отличия Ордена Святого Георгия, Георгиевским крестом 4-й степени. Погиб 7 ноября 2022 года. Поселок Павловка, Донецкая Народная Республика. Нет более высокой цели, чем защитить свою родину, свой народ, своих соотечественников, родных и близких людей. Мы любим свою страну. Мы гордимся своей страной. Никто войны не хочет. Никогда. Но если враг посмеет посягнуть на волю наших братьев и сестер, всегда мы сможем дать мечом своим ответ, а не словами. И прав российский президент. Нельзя нам больше отступать. Сегодня ведь Донбасс за нами. Мы проводили наших земляков на выполнение специальной военной операции. Проходящая военная операция – это не поход к славе. У нас нет иного выбора. Сердцами своими мы вместе с воинами Отечества, вместе с бойцами Донбасса. Мы славим своих доблестных сыновей и дочерей. Нашу волю не сломить. Мы выбрали свой путь, и ни одна вражья сила не заставит нас повернуть назад, преклонить свои колени перед нацизмом, завистью и злобой. За нами правда, за нами Родина. Мы гордимся своими земляками, ждем вас с победой. Возвращайтесь скорее домой.